привет, как говорится, мы на канале Бухай ТВ, как говорится, и пока мы там настраиваем камеры, короче, занимаемся процессом, как говорится, снимаем это на другую камеру, как говорится, даже не на мою камеру, но это не важно. И сегодня у нас на обзорчике, как говорится, должна, сегодня, если все хорошо, выкинем еще одно видео, кроме этого. Так что, сегодня у нас на обзорчике белый мишка, короче, объем этой бутылочки, сейчас я скажу сколько, 1,8 объем, 4,9 оборота, короче. Что могу сказать? Как, с виду как бы обычная торпеда, но на 200 грамм суки не доливают, как говорится. Так что это, конечно, минус. Ну, так, ну, бутылка сама по себе обычная, зеленая, как говорится. На пробочке мишка. Здесь выдавленная лапа, типа, здесь типа когти, здесь типа подушечка. Ну, прикольно. На бутылочке нарисован мишка, хмель. Там хорошо видно все? Мишка, хмель нарисован, все как положено. Здесь описание идет. Так что, ну а так, в принципе, вот это только помпон с лапой, короче. К пивку у нас сегодня. Вот такие я взял эти анчоусы, как говорится. Такие. Буду открывать их. Высохлю сразу. Где там съемки на сколько минут? Нормально? О, это хорошо. Высыпем наши анчоусы. Вот такие. А, рыбкой пахнут, морем. Я покажу кадр. Видно? Это она видно. Видно, да? Так что, все видно. Так что, говорит, все видно, все заебись, короче. Будем открывать. Так что. Будем. Запашок нормальный, в принципе, такой пивной. Ну что хочу сказать, наливается так нормально, но пенки нету. Вот такая небольшая пенка у нас в конце присутствует. Хорошо. Поставим бутылочку нашу. Что хочу сказать, газики есть, присутствуют, пенка небольшая присутствует. По запаху пахнет как бы вроде бы пивком. Ну, будем пробовать. Неплохо. Неплохо. Сейчас, неплохо по вкусу. Дальше. Никто ничего не видел. Просто оператор за кадром тоже пьет, как говорится, пиво. Ну что, давайте, как говорится, по второй и попробуем нашего анчоуса. Такое, хочу сказать... Чуть-чуть, мне кажется, вкус поменялся в нем. Стало чуть-чуть такое, более с горчиночкой. В принципе, неплохо. Тогда было неплохо. Ну и сейчас неплохо. Теперь под нашего солененького анчоуса. Анчоус реально соленый. Теперь пивко. Хорошо, реально хорошо. Чувствуется и пиво, чувствуется и рыба. Даже неплохой мишка, то что можно. О, только что глоталась, подавился слюной. Ну что, отснял я, что хочу сказать. Отснял я вторую часть, ну не вторую часть, а... Следующий тур, как говорится, сначала это видео выйдет, ну а потом выйдет второй тур, как говорится, битва пивасов, как я назвал, уже, как говорится, второй, ну, второй участник, кто прошел дальше, уже известно, ну, мы знаем, даже оператор не знает кто, ну, потому что меня там другой человек снимал, как бы я там, так что, ну, уже известен участник, ну, видео ждите там, оно небольшое, посмотрите, там 11 минут, так что. Что хочу сказать, почему сегодня решил снять обзорчик на белого мишку. Я зашел в АТБ, короче, хотел там другого пива взять, короче, и... ну там получается литруха 25 гривен, ну такое, я не понял, как оно называется, типа чернийское, блядь, чи какой-то сет, ну оно так стоит там 35 гривен вроде бы литра, ну а так 25, ну, хотел взять,
Режу, ну, арсенал там был по 25 литра, как бы, под, ну, скидка. Режу белый мишка, так оно 40 сегодня бы стоит, через сколько-то, ну, там до 40 гривен, ну, не помню точно. 43 вроде бы, что такое. 25 гривен, думаю, так ебушки-воробушки возьму, говорится, белого мишку за 25 гривен, сейчас опять акция. Так что кто будет смотреть в АТБ. Я АТБ что-то рекламирую, блядь, пиздец, нахуй. Там, блядь, меня то бьют, нахуй, то выгоняют, то ментов вызывают, нахуй. Короче. А я рекламу делаю. Короче, не ходите в АТБ. Не, ну пиво не похоже. Это интересно, куда кто-то сидит, блядь, у тех анчоусов, блядь. Голову отрывать с кишками. Я не знаю, просто может они, как бы, там как-то хуйня есть какая-то сидит. Я не знаю, и вообще есть у них чешуя, если чешую, это, блядь, сидеть чистить, это вообще пизда. Кстати, что хочу сказать, всем спасибо, кто недавно подписался, да и вообще, кто подписался на мой канал. Было 66 подписчиков, кто-то взял один и отписался, короче, ну, негодяй, как говорится. Злодей. Дошел. Наоборот, надо подписываться, чтобы больше было. Больше нас, больше пьянок. Все как положено. Так уже кружку выпил нормально, так уже. Чувствуется. Как кое-кто любит говорить, еще не упал. Ну что, можно даже, в принципе, оценить, выпить эту кружечку, допить, налить еще кружечку, пахнуть, ну и... А, кстати, там Александр писал, фамилию не помню, привет, тебе привет, кстати. На десант обзор сделать, я не знаю, где у нас можно купить этот десант. Литр 70, там, литр 70, Робер, правильно? Вот это. Я не знаю, где его можно купить, я пошукаю. Ой, батя, трагон херачит от него. Пошукаю его, как говорится, этот десант. Если найду эту баклажку, сделаю. На крайняк, если не найду, куплю, блядь, по 0,5, нахуй, там, 3 десанта, там, оно такое самое, как я считаю. Оно шо в баклажках, шо в бутылках, оно, в принципе, одно и то же. Так что давайте будем допивать. Будь здоров. Спасибо. Наливается неплохо, наливается неплохо. Пенка имеется небольшая, газики снова же. А, по цене, ну, буду делать уже, ставить оценочку. По цене 25 гривен, это заебись. За литр 80 пива, ну, за литр 800, ну, литр 8. 25 гривен, это даже меньше доллара. Сейчас доллар по 26 вроде бы даже. Ну, доллар, грубо говоря, берем, грубо говоря, 2 литра пива, доллар, грубо говоря, практически. По вкусовым качествам неплохое. Можно пить. Этот, бульбушки есть, пенка присутствует. Газики нормальные. По вкусовым качествам оно нормальное. Можно сказать, чем-то похоже даже на рогань. Ну, чуть-чуть отличается. Этот, оценка этому пиву. 9 баллов можно поставить. Его, как говорится, можно похвалить за цену, за вкусовые качества неплохие пивные. Ну, ругать, в принципе, его не за что. Хорошо. Как-то так. Так что, 9 баллов поставлю этому пиву. Неплохое пиво. Давайте. Так что. Так что, как-то так. Ну, а мы настраиваем камеру. Камеру там, сняли видео на тут. На новое устройство. Уже... Выложим его чуть попозже сегодня. Это видео
А, сегодня сначала выйдет этот видос, а потом уже тот видос. Как говорится, там будет пивная битва, пивная заруба. Так что как-то так. Так что давайте за хорошую пивную битву. Что у меня тригончик от него батует. Ну а так, заходит неплохо. У нас он, к сожалению, ну, Путивли в Сумской области, дожди идут. Может быть, что-то отснялось бы и на природе. Там что-то масштабное, там шашлычок, водка, там коньячок, короче, что-то там такое. Но, к сожалению, никуда же не выйдешь. Трава мокрая, везде грязь, в луже, короче. Ну, даже если и пойдешь там, то дрова сырые, везти с собой, если куда-то, куда могут люди пройти, как говорится, и проехать. Туда люди поедут, там будут люди. Если куда-то подальше, то машиной не проедешь. Соответственно, дрова-то не проблема, и там, ну, можно из дома взять. Но все равно, если куда-то их нести ту охапку дров куда-то, это будет жесть. Давайте. За хороший отдых. Будем надеяться, что погода стабилизируется. Ну и, как говорится, за окончание. Что? Исключение? Не, подожди, еще за хороший отдых, за стабилизацию погоды. Ну, чтобы пандемия прошла. Давайте. Сейчас я кружечку допью и. Так что, может, в этом году на море рвану, может, не рвану. Никто не знает. Как говорится, будем смотреть, как будет ситуация с вирусом, временем, деньгами и всем остальным. Потому что неизвестно, как туристы будут ехать. Хотя на море хотелось бы поснимать бы такие видосы интересные, жесткие были. Где-то там стол на берегу, ну, на фоне моря, так. Видос там, что-то там, чачу какую-нибудь тестируешь, там, или вино, было бы ярко, там, или пивко какое-то, там, морское, как говорится. Хорошо. Давайте. Ну, если что, если не поедем на море, то будем снимать на берегу Сейма. У нас он видос хороший, видос зашел, как говорится, посмотрите. Бухали с Жекой на реке Сейм, так что видео охрененное, природа, красота, так что все как положено. Так что было, ну, весело, нормально. Потом плохо, что у нас видео мы выложили. Да, тогда видео выложили. Получается, у нас разрядился телефон. Уже я не знаю, там нужно было от них граждан снять бы, это было прикольно. Ну, не поняли бы чуть-чуть контент. Там жесть была, короче. Так что как-то так. Что хочу сказать? Анчоусы хорошо на закусочку, такому пивку. Да и, в принципе, к любому пивку они хорошо тем, что они перебивают вкус пива, там, например. И еще чего-то, говорится. Ну что, сейчас сделаю еще один глоточек. Сколько там по времени? Ну что, сделаю глоточек, ну и будем, как говорится, закругляться. Подожди. Ну что, ребятки, что хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх под этим видео. Пишите обязательно комменты, на комменты обязательно отвечу. Подписывайтесь, главное, не отписывайтесь, как кто-то отписался один. Подписывайтесь, как говорится, распространяйте это видео там друзьям, товарищам, там знакомым, говорите, есть такой канал Бухай ТВ, там где там гражданин сидит на диване, как говорится, то пиво, то водку, то самогон хлыщет, то еще что-то. Тригон батут от пива. Не, хорошее газированное. Так что как-то так. Так что подписывайтесь. Все, как говорится, быть добру и главное не болейте. Давайте, всем спасибо, всем пока.